Всем привет, меня зовут Оля, я живу в городе Тампере, Финляндии. И вот такой чаек сегодня хочу показать. Специально взяла такую упаковку, где каждого вкуса по штучке. Прочитаю сейчас, что входит. Если вот, например, не хотите большую упаковку покупать, или мало ли не понравится какой-то, можно купить вот такую, попробовать и оставить, вот, например, на память и уже знать, какой чай вы хотите, или просто послушать, если вот какое-то описание будет вам, как говорится, понравится, тогда купите. Это чай финский, тут 20 штучек и 33 грамма. Сейчас расскажу, какой чай туда входит по вкусу. Так, и вот я положила все пакетики на крышку, чтобы лучше прочитать. Значит, и начнем. Вот такой кейсери морсиан, по-фински называется. И здесь входит обыкновенный, ну, черный чай. Так, и что у нас здесь? Айва и бузина. Но вот кейсери морсиан, говорят, что очень хороший, мне тоже нравится. Это невеста для царя. Тигрим пайвауни, это Тихий час для льва. Так, и что у нас здесь в тихом часе находится? Так, черный чай, ароматизированный айва, ягоды, мед и бузины. О, здорово. Так, ну вот это обыкновенный черный чай. Если вы никакого добавок не хотите, вот это обыкновенный черный чай индийский. Помните, как раньше был наш любимый индийский чай? Ускуленин Юстава, верный друг. Так, что у нас в верном друге? В верном друге у нас черный чай, персик, апельсин и ананас. Вот более такой цитрунно-цитрового. Саден Пайва, так, день дождя. Так, и что у нас в дожде? Черный чай, клубника, вишня и малина. Вот если она даже горло болит, вот такой будет хорошо. Да, здорово. Так, теперь у нас тут два ройбуша. Вот красненький ройбуш. Посмотрим, что входит в него. Так, в него входит слива и клубника. Тоже такой. Потом вот оранжевый ройбуш у нас. Ну, и она называется оранжевый оранги. Так, и у нас здесь апельсин. О, здорово, апельсин, да, здорово. Так, для умных написано визастенте. Так, что у нас для умных? Гранаты, земляника и лимон. Ну, здорово, да, и фиолетовенький пакетик красивый. Так, да, так у нас Карибиан солнце от Карибии. Так, а что у нас в Карибии? Так, в Карибии черный чай, абрикосы, ананас. Здорово тоже, да, ананас арабика. Так, что у нас? Это обыкновенный черный чай. И потом вот белые чаи. Я положила специально на синюю кружку, чтобы не отсвечивала, лучше было видно. Так, белый тигр у нас входит. Алоэ вера и грейпфрукты. Так, вот в этом белом чае. Потом логи карми. Белый чай тоже с ароматом грейпфрукта, клубники и ванилина. Здорово. Вон кто ванилин любит, вот такой вот. Так, теперь белый медведь Валкоинен Карху. Так, Валкоинен Карху у нас входит булочок и черника. Ой, такого я-то никогда не пробовала. Так, и белый элефанте, белый элефанте, это у нас белый слон. Также что в белый слон у нас входит? Это яблоко, груша и гриндина. Не знаю, что такое гриндина. Напишите, народ, что такое, просветите. Так, и вот она последняя оставила зеленые чаи. Помните, да, зеленый нельзя заваривать кипятком. Так, здесь у нас зеленый чай леди. Вот такой видно для после этого самого, такой освежающий. Что у нас здесь? Вишня, ванилин, здорово. Потом японский, так, японский, на что в японском входит? А, ну здесь написано просто японский зеленый чай. Только китайцам их не наливайте, а то будет плохо. Они настолько к своим чаям. Так, зеленый чай у нас вот такой. Сейчас посмотрим, что входит сюда. Так, зеленый чай сенча с ароматами клубники, лимона и ванилина. Здорово.
И простой чай вот зелененький тоже, что, да, зелененький чай, да, зеленый чай. Так, и что здесь ходят? Ягоды айвы, здорово. Да, и видите, также написано 75-80 градусов всего, не горячей водой заваривать нельзя. Вот молодцы, что они пишут. И видите, тут 20 штучек, вот такая коробочка была, они были по еврику в Токмане. Вот, и если вы тоже такую коробочку купите, вы можете все штучки попробовать и потом оставить себе. Если поедете в Финляндию, или у вас купите, или кто-то в гости вам придет, вот принесут, будете просто знать, что какой чай лучше. С вами была Оля из Тампере. Всем физкульт-привет!